Продолжаем разбираться с мэтерными штуками. Есть такой шлюз от Zimi Smart. Мэтер поддерживает также ZigBee, как я понимаю. Далее есть релюшка. Еще мотор для ровных штор от Zimi Smart тоже поддерживает мэтер протокол. Это пультик к мотору. Специально для обзора купил бушную колонку от Google Home с micro USB еще разъемом, но поддерживает мэтер протокол. То есть включаем эту колоночку, ее добавляем в Google Home аккаунт. То есть добавили вот эту колоночку, разговаривают на английском, правда, поддерживают английский язык. Далее к ней по протоколу Matter напрямую уже можно добавлять реле, полные шторы. Можно также шлюз добавить Matter к этой колонке. А к шлюзу уже другие устройства, не только Matter поддерживающие, можно добавлять. Включили питание на колонке. А здесь где-то в списке должна быть эта колоночка. HomePod Mini называется. Ждем, пока законнектится. Все, онлайн колонка, можно громкость настраивать. Окей, Google, what's the weather today? Tonight in Voronezh, the forecast is for a high of 2 and a low of -5 and cloudy. А вот так она будет, в принципе. Чтобы музычку играла, нужна подписка. YouTube музыка, например, подписка нужна. Мэтр шлюз подключаем, жмем добавить устройство. Так, включаем Wi-Fi. Ну, скорее всего, 2.4 может добавить. Поиск устройств, потому что 2.4, вот эта колонка протокол, поддерживает Wi-Fi 2.4 только. Но это старая довольно колонка. Так, устройство с поддержкой Matter выбираем. Жмем сканировать Matter-ный код. Разрешить. Возможно, нужно по Ethernet включить ее. Сеть. Давайте включим браузер. Что это поможет. Давайте сброс еще нажмем. А устройство подключено, написано. Где находится устройство? Гостиная, допустим. Вот информация о модели. Ethernet Zimi Smart Technology Limited. Шлюз Zimi Smart. Привяжите приложение, поддерживающее Matter. Ну, допустим, какой-нибудь Tuya Smart привяжем. Что будет? Что-то добавилось еще, шлюз Zimi Smart какой-то. Ладно. Шлюз Zimi Smart. Давайте дальше подключим штору рулонную, допустим. И добавим напрямую HomePod Mini. Сначала, в общем, сопряг пульт по инструкции и установил лимиты вверх-вниз. Вот пультом теперь мотор крутится. А затем можно в приложении Google Home устанавливать, открывать, закрывать ровную штору. Либо же голосом. Окей, Google, please open the roller. Вот, штора управляется, короче, через Matter, через Google колонку. Добавим реле. Мэтерное. Аккуратно, естественно, все делаем. Реле с нейтралью. Ищем устройство. Вот реле добавилось в Google Home. Вот канал щелкает, включается, выключается, левый, правый. Можно также через колонку включать. Окей, Google. Turn on Smart Switch. Все включилось. Можно переименовать каждый из каналов и включать по отдельности голосом, либо с Google Home. Такие вот Matter ZigBee устройства от Zimi Smart. Ссылка для заказа данных устройств, реле, шлюза, мотора для ровных штор Matter будет в описании к видео. Видео получилось, конечно, неполное. Нужно еще разбираться основательнее со шлюзом, какие устройства, как подключать. Но в любом случае, спасибо за просмотр. Ссылка для заказа данных устройств будет в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал, а также Telegram канал, ссылка в описании. Пока!